Здравствуйте! Эта пятница идеальна для свидания и культурных вылазок, театры, концерты. Я понимаю, что время особенное, но сегодня все доступно и виртуально. Сегодняшний день можно смело разделить на две части. В первой половине – луна без курса, когда удачными будут лишь повседневные дела. А вот после обеда как раз вылазки. А если вы человек творческой профессии, актер, музыкант, художник, радиоведущий, то после обеда очень хорошее время для вас. Будут озарения и воодушевления. Творите! Ну а если вы не творческий человек, ловите совет звезд. Восхищайтесь искусством. Можем начать прямо сейчас. Вот вы видите самую дорогую картину в мире. Написал ее Леонардо да Винчи. Боюсь запутаться в нулях, но скажу так. Настолько вдохновляет это полотно, что его постоянно крадут. А потом находят. В общем, и вы найдите сегодня время для вдохновения. И до встречи!